Привет всем! Вы на канале Степ-Топ. 13-я неделя моей диеты закончилась. Ну, как видите, я не на весах. Пока что воздержалась. Но думаю, что в этом месяце, может быть, и появлюсь на весах. А может быть и нет, но не знаю я, как там получится. Видео я это записываю сама для себя, чтобы в дальнейшем, может, лет через 5, если вдруг понадобится, смогла бы просмотреть статистику свою, ну и прогресс или регресс, уж как там получится. Пока что я довольна своим результатом. Не настолько он впечатляет, насколько хотелось бы. Ну, не могу и жаловаться. Что еще могу сказать? Признаюсь, что весы, естественно, напрягают. Они не могут не напрячь, потому что это ответственность. И когда занимаешься такими вот ответственными делами и отчеты делаешь перед всем миром, это, естественно, и, безусловно, напрягает. А я тут сама себе рисую, что, мол, 13-я неделя. А между прочим, я заметила, и это примерно впервые я заметила лет в 12, наверное, что каждый месяц 13 числа мне везет. И вообще, когда попадается цифра, число 13, что-то происходит положительное. Вот смотрите, понедельник, 13 января, да, сейчас 13-я неделя. Ну вот интересно, что будет. Это может быть и мелочь какая-то, вовсе не победа в лотерее, миллиард. Скорее всего, вы слышали, да, новости в Москве. С отрывом в 2 дня появилось 2 миллионера. Миллиардера, не миллионера. В России все миллионеры. А вот миллиардеры появились, выиграли в лотерею. Мужчина сначала, потом, по-моему, женщина. И так получилось, что и одна, и второй из Москвы. Вот такие вот новости интересные. Надеюсь, что и мне повезет, потому что закончилась 13-я неделя, потому что понедельник, 13 января. А что еще? А больше ничего. Просто рисую вам рисунок. Если кто-то любит рисовать, то присоединяйтесь. Будем что-нибудь придумывать. Творчеством займемся. Уроки рисования онлайн от Степ-Топ. Вот такие вот мысли вслух. А воскресенье, естественно, это день, когда я отдыхаю, независимо от того, нарушала я диету или нет, но диета у меня строгая, сила воли железная. Если планирую нарушить, то это запланированное нарушение, а не срыв какой-то неконтролируемый. А такие вот срывы как раз у большинства людей и случаются. Но у меня такое огромная редкость. Я потом сама себя наказываю и ненавижу за это.
Ну, вот такие цветы весенние у нас получились. А чем рисую, это, между прочим, ручка, которую я купила в 2019 году в Хургаде. Там их продают на каждом шагу. 3 копейки за 10 штук. Да еще и скидку дают, если что. Вот. Что-то хотела еще сказать, не помню. Ну вот, воскресенье, понедельник, 14-я неделя начинается. Диета будет продолжаться, никуда я не денусь, не собираюсь я сдаваться. Когда появлюсь на весах, а тогда, когда сама буду довольна тем, что я на них увижу. Но каждый понедельник буду оставлять такие видеоотчеты ради себя самой и своих будущих планов.